Дорогие братья и сестры, наступил праздник Святой Пасхи. В течение дней поста мы готовились к встрече с воскресшим Господом. И в этот день мы, наконец, можем сказать радостное приветствие «Христос воскресе!» и ответить «Воистину воскресе!». Такие слова жизнеутверждающие наделяют нас какой-то необыкновенной силой, какой-то необыкновенной радостью. Если человек в своей жизни вот что-то делает, в семье радуется, то вот эта пасхальная радость, она выше, потому что она соприкасается с божественной радостью. Сила божественная наделяет этот праздник благодатью. Мы получаем радость также, когда помогаем кому-то, посещаем больных, помогаем в трудностях. Это тоже частица той благодати, которую мы можем делать, потому что человек, он призван к добрым делам. В дни Светлой Седмицы хочется обратиться ко всем, чтобы вот так радовались, помогали другим, помогали своим ближним, не обижали. Самые наши близкие – это семья. И вот если мы будем приносить друг другу радость, не оскорблять, не обижать, эта радость будет рассеиваться на всех окружающих. С праздником вас, дорогие! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!